Давай я с этой стороны поймаю, ты с противоположной. Ну давай. Какие 5к, откуда такие деньги? Ну, а мужик куда лез? Не знаю. Может быть, тоже я тебе приду. Нет. Да. Что с гламуром? Никто не знает. Устал. Может, свет или нет, бабка. Ну там кто-то выходил в дискорд. Так он же и вышел, наверное. Че, может, Геру дадим на первого дракона? 3 минуты, казачь. Блин, я открыл.
Сейчас подойду, короче. Минутку. Да еще один. Ты не вовремя. Блять, я 5 раз нажал, ебаное растерзать, он не ра. А, на него не работает. Нельзя кровотечение. Ахуй. Главное сначала поорать, потом все сказать. Ну, блядь, я что знал, блядь, нахуй. У кого какое кровотечение? А на Синдрагосу работает кровотечение? Да. А, ты господи. Ты на этого пидора еще болезни не работаешь. На этих двух. Да, вообще печально. Батин пёс, конечно. Я думаю, надо уже начать искать замену. Потому что ждать не вариант. Кто там есть из тех, кто может пойти? Заходите внутрь туда. Агри, иди. На этого тоже, да, не работает? Да, на этих двух драконов не работает. Зачем это сделали, вообще непонятно, если честно. Да дебилы, блять. Ну, а то есть Синдраки вообще не смущают, да? Как бы на нее можно, а на этих нет. Не, ну, на босс. Там костный мозг у нее, ну. Хули, все можно объяснить, ну. Ой. Перекур пока можно ебануть, пока найдете кого-то. Че там до ребута сколько? А может просто в девятером ее завалим и все. Ага, мы обосремся.
Да, ты побежал туда. Так что, мы будем ребут ждать? Или как? Ну, тело по-любому где-то надо идти. А там и ребут недалеко. Ну, я, короче, пошел чай пить. Так, я тут, а нам нужно одно тело. Не, ну давай этот, кто там? РЛ. Я. Решай. В чем мы там сейчас? Долбим ее, ждем ребута или как? Сколько до ребута? 14-13. Да, успеем убить ее. Сейчас, если чел ответит. Кого угодно высыпать уже. Ну, что там по информации? Ебать, кому-нибудь напишешь, все, блядь, АФК. Ну, время такое. Ну, я не знаю, ну, с девятером разве не справимся? Чем да, проблема? Это ема. Просто представь, что кто-то с пола сдох и все. Давайте тройнем. Короче, смотрите. Представь, что в чопа в рейде. Дай саппорт. А сейчас я загружусь, поверь. Метки бан. Че ты его держишь? О, у меня, кстати, саппорт остался. Да, я понял. Метки, смотрите. Череп. Крест. Это для глыб на первой фазе. Звездочка. Это для второй глыбы на последней фазе. И метка, чтобы вы ближе подходили, быстрее притягивали и убегали. Ну, вторая понятно. Метка. Ромбик. Это а давай без выноса влево, давай все в центр, сидите все. Да нет, пизду центр. У нас 9 человек, РДД. На чем я хочу сказать? Мирики, вы будете разбивать метку, которая в ромбике. То есть РДД ее не трогают, РДД за нее не забегают. РДД вы всегда сбрасываете стаки за звездой, за меткой, которая будет везде, за глыбой, на последней фазе. И бьете босса, просто стоите. Не бьете, только если освобожденка там смотрите. Ну так-то ладно, но мне кажется, что он миллиметку вот в шнурке закинет, и чё они не разобьют, если мы не будем помогать. Ну посмотрим, смотря на кого будет кидаться. Да там хп, блять, у метки 100 тысяч. Давайте, 10 минут, 10. Всё. Все шнурки. Все, вызывай. Я рыбу ставлю. Погоди, там шнурки АФК, куда вызывать? Ёб твою мать. Ничего не запустили. А, запустили уже.
Да она уже не плюет. Бейте. На пол так. Ближе подойдите. Тяжко будет. Развернулись, убежали. Ушли на лестницу, сейчас две метки крест череп наносит. Диксон, лапочка. Всех обход, я туда. Здесь... Блять, в череп лапочка надо идти. Блять. Что не трогайте глыбы вообще. Не трогайте вообще глыбы, особенно дот. По центру справа, прячьте. Возле глыбы, возле ромбика падает, обидите. Последняя еще будет. По центру далеко. Прилетит, потом разбивает. Разбивает. С РНДЖ, если что, бейте, чтоб не отлетал. Каждый удар стак ловлю, блядь, значит. Осторожней со стаком. Набирайте, убегайте. Мастер, можешь мастер народу. Ушли. Никто не уцелеет. Крест, череп, еще раз говорю, две метки. Рейнос, череп, встань. Рейнос, череп. Прячемся по центру. Без кровотечения, без дотки. Центр близко. Еще одна. Слева. Разбивайте. Сколько маунтов добавили, блядь. Как обычно, параш. Убегайте. Следующая взлетка скоро. Ушли. Можешь фридом дать, в принципе. Крест, череп, волосы каждого мига над головой. Поиграли в салочки, на.
Блять, Фридом. Осторожно, по левой стоп. По правой тоже стоп, но не доты. Вообще не бейте глыбу больше. Конечно. За нами обошли. Разбивайте. Божденка скоро повесит. На двух хилах аккурат. Сейчас на дыхание не буду прожимку отдавать, просилишь. Один плюс. Все, следующая фаза у нас Гера, давайте бейте. Первая метка в фронту. Выноси. Навоет доходки. Ходите в кровнишку. Разбили сразу. Следующая цель. Иду меня тем. За ней ее не разбиваем, за ней прячемся. Стоим, ждем. Могу встать. Не надо, пока потом встанешь. Не разбейте глыбу пока. Куда притяжка была? Каста не было еще дальше. Разбивайте. Да была притяжка, разбивай. Уже по МНФ. Каста не было. Вот теперь была. Отойдите. Давайте все глыбы. Вставай. Захильте. Ты меня поменяешь? А, сейчас поменяю. Я сейчас ёбню. Нормально. Разбивать? Разбивайте глыбу, да, разбивайте. И бейте босс. Следующий урон. Кстати, меня надо резко снять. Ромбик сразу разбивает. Прилагаешь. Прожмись. Поменяешь просто. Если на Маврика пинется, уходите от меня нахуй. Да ебать! Че, у меня еще есть прожим. Тоже да. Сразу разбивает. Минута не успеем убить. Две минуты. Последняя метка вообще. Забрал. Забрал. Хорошо, хорошо. Чего выбить еще? Ладно, не прохилили. Уходите. Следующую метку надо прохилить. Не прожаться, если что, человеку. Маврик, тучку нажми. Любое место стань. Так вот стимул, что? Ну, тучу нажми, но я... КД была. Ложитесь. 15 стаков там я уже. Надо было босса подолбить, прожаться максимально и заскринить, что там 5% осталось. Да, они пока раздуплятся, мы уже лича убьем. Так я-то, блядь, на форум хуяли, не буду отвечать. Дайте скрины, дайте то, дайте все, блядь. ДПС рейда и прочее. Не, ну это все можно. Девятером сложно, конечно. Да что сложного, спокойно. РГД мало, блядь. Освобожденка почти постоянно на хилах. В идеале 10-го добрать вообще. Ну, если есть твин любой, короче, просто можете как тело поставить. С краешку, чтобы он там освобожденку лутал и все. Может, вдруг кто-то зайдет сюда, блядь, цепанет, либо... Ну, с краю, я говорю, что ставить. Он после первой притяжки сдохнет.
Если чё, гламурный написал, что интернета нет. Когда они уже ХМ-ку откроют? Бабычки скучные. А, кстати, заходит. Есть печальная новость. Мы под боссом появляемся, поэтому сейчас будут каждый, кто заходить в игру, будут пулить босса. Ребят, заходите, речь в игру. Пока все не зайдут, не советую заходить к себе. Пока вы заходите, пойду сделаю себе плащик. Присмотрим. Бета-тестер, Ярик, Войт, заходите, давайте.
Кто у нас еще из Дискорда вышел? Никто ничего не говорил. Я не знаю, сам подходил. Вот в Дискорде, но не в игре. Опять Дискорд. Да ебаный нахуй. Ну они вроде недолгие пока что. Да я, бля, мне уже идти надо. Скоро. Что там впускает? Да, а второй Дискорд, блядь. Алло. Эй, пассажиры. Алло, говорю, второй Дискорд. А, второй. Вот скотина. Ладно, пойду покурю тогда. Буду делать. Так, можно все легкие выкурить, блядь, с такими дисконнектами. Можно. А что делать еще? Что там пускает? Нет, может, второй раз дисконнект был. Да они свой санный трансмут добавляют. И маунтов. И мини-игры на X2 меняют что-то. Их же вовремя, конечно. А так же был. Если честно, лучше сейчас, чем на нашей РТ. Оно и на РТ может быть. Ну да. Кстати, заметил, что я во время дисконнекта захожу и голосую за сервер. Нелогично как-то. Походу не подвину.
Что там, не впускает? Должно пускать уже вроде. Там охуело, что шмотки нужны по один выпадать с первых трех боссов. А, ну и спальки. Ты про 25-ку, что ли? Да. Нормально, заходите в игру. Быстро добьем, тут осталось минут 15 от силы. Запускает. Я себе лагает, блять. О, опять дисконт. Не, да пизду, я пошел, все, пацаны, я пошел. Мне я ебал этот сервер ждать нахуй. Пизду. Подгорел. Бывает. Такое. Не, если надо, как бы Паша, иди. Вот, если чего, оф танк там затанчит. Я. Все, я не могу, нахуй. Заебал это. Все, давайте дальше. Давай. Идти реально надо. Да, без проблем. Там Саня писал, может зайти. Да, Саня писал еще не скоро. Ну, через 30 минут он написал. С такими дисконами, блядь, как раз-то и он придет уже. Ну, типа, он написал это в 20 с чем-то минут. Через полчаса он сможет зайти. Сейчас уже 50. Кстати, да. Опять какую-то хуйню добавили, блядь, ну нахуя надо, ебать, ты 4 вообще сделали бы. Ты 4 делай. И пока не его сделать, ты 5 уже выйдет, блядь. Так что, добивать будем или расход? Да, будем. Да, ну зачем оставлять? Добьем уже. Я же говорю, там осталось, по сути, 15 минут сейчас. Просто 10-го доберем кого-то. Надо вон спросить, может, внизу челики, кому КД не жалко, типа, кому похуй, может, помогут. Да там можно и в девятером пройти. Да, в девятером не сомневаюсь. 5. У нас сели где-то, хуй знает. Со слакой, то, конечно, хоть пройдем. Будет на удачу. Меня слегка напрягает то, что у нас кого-то в дискорде не хватает еще. Че, у нас ДПС, что ли? Короче, ДСки ведут, ебать, аж 5 мая. А не, ну не задали. До него еще дожить надо. Откуда инфа? От администрации. Отдезывно. В личку написали? Ну да. Ну и написали, вероятнее всего будет 5 мая. Даже X5 упал. Вот это да. Да это скорее всего, сука, не под X5 как-то все делают, блядь. Они ж хотят типа 5 мая еще ульду вести. Народ начал бунтовать. Какого хуя?
Чтоб сразу в один день все вести, нахуй сервера на неделю сломать. Ну, чтоб люди на праздники пошли отдыхать. Да какие нахуй праздники, блядь, в наше время. Как же долго сервер не включают, а? С такими темпами реально Саня успеет домой дойти. Любят. Здорово. Какие действия? Ну да, сейчас дадим. Если сервер опять не выключится. ПКД дропает. Капец. Заходите. Мне показалось, что меня только что опять кикнуло. Заходите, сказал он, и мы зашли. Да как типа в Библии, блядь. Встань и иди, сказал он серверу. И сервер встал. И сервер пошел. Нахуй. Вот зайдешь в танк и спекнешься. А шо кто хилить будет? Стрела и лапочка. Это серьезная предъява, блядь. Я за хилов переживаю, блядь. Два хила там тяжковато. Не, ну если скидывать хорошенько. В 9 человек скидывать уже тяжковато. Саппорта выпить будет нормально. Чтоб не шотал и выбирать. А, сейчас челики главное еще заходить будет, надо чтобы... Надо съебаться, короче. Ярик, заходи давай. А я резнуться не могу. Я типа трупом труп, короче, лежу и двигаюсь. Трупом труп, релогнись. Ебать, Халеон дает. Крита. Каковы шансы того, что Саня через 5 минут будет дома? А, короче, не помогло релок. Лежу, чилю. Не знаю, как резнуться. Это кто? Ты в Далране? Нет, я прям возле инста валяюсь. И зайти не можешь в инст? Ну сейчас я тебя попал на тело. Ну я мертвый и одновременно мертвый-мертвый, короче. Могу двигаться. О, ништяк. О. На скелет. Надо уже допить, нахуй, пойти отдыхать перед РТ, блин. В натуре. Если я не отдохну, я вообще не приду, блин. Ярик, ты чё, ну, кальян, блядь, куришь?
Это у меня не показывает сокет, или у шамана нету сокета? Не знаю, у меня дерево вообще на месте лежит, если что. Дискон. А, бля. Че, все, ро? Могу отдыхать, хули? Давай дадим серверу последний шанс. Мы не отдыхаем. Тут такое глубокое большое обновление, блядь, ты что, тут же этот. Добавили 5 трансмогов там и 2 палки какие-нибудь. И это вообще не у Сируса лагает, это ваш провайдер. Так и не отвечает. Провайдер хуёвый в натуре. Ну да, стопудово. А палки как в GTA San Andreas, самотыки фиолетовые. И надо не забыть какую-нибудь скидку сделать на быстрый старт на каком-нибудь сервере, блядь. Нет, топчики. Нормально. Чё, X5 побеждаете? Победили уже. X5 для лохов, X4 выбор мастеров. Вот так, да? Что, впускает? Тогда X2 для кого? Для пидоров. Что, не впускает еще? Нет, он еще даже не упал. Окончательно. Пошел дальше валяться, короче. Ты вот, Ярик, понимаешь, ты уходишь, единственный, кто в игру не заходит, а потом, блядь, пока ты придешь, сервер уже падает. Бывает. А что делать? Ладно, будем ждать, смотря погоды. Надеюсь, что это было сейчас был последний раз. Мы вам доберем вагона, блядь. Стабилку и добьем быстро это говно и все, чтобы я уже забыл про него. Правильно, а ты перед Эртером надо хоть поесть. Перед Эртером надо хоть поесть. Ну да, успеешь похавать еще. Я не знаю, я с этими дисконнектами уже успел и кофе выпить, и поесть, блядь. И покурить, блядь. Уже даже не знаю, чем заняться. Я уже заебался курить. Я тоже перебиваюсь сигаретой, наверное. Кишку воротит. О, X5 включили, X2 включили, а X4 пошел нахуй. Так его сейчас включат и выключат, как обычно.